Скучняк. Ой, блин, упал. Сейчас, погоди. У меня есть идея. Хоть будет чем заняться. Что за идея, из-за которой ты аж подпрыгиваешь от радости? Я планирую пойти в жуткий подвал, откуда никто не возвращался. Это же гениально. И еще нам нужно будет разделиться. Ты прав. Так, мы в подвале. О, кстати, почему у тебя губа светится? А, так, я фонарик сожрал. А я думал, куда делся фонарик? Эй, дружище, ты вырни фонарик. Ты где? Друг? Друг? Так, ладно, сейчас возьму фонарик и его найду. Всего-то мы в страшном подвале, о котором ничего не знаем. Так. А? Никого нет. Странно, он же был передо мной. О, его светящийся рот. Я сразу его узнал. Ну, он любит есть фонарики. Ну, хоть что-то узнал о друге. Друг, иди сюда. Так, может, я темноты не видишь? А? Что за? Друг? Друг? Он мертв? Да ёлки-палки, фонарика что ли, батарейки сели? Давай, включайся! О, включился фонарик. Фух, сейчас выбьемся, я ему окажу медицинскую помощь. Привет.